Друзья, дорогие, добрый день, добрый час вам, всем счастья, здоровья. Компания Arbat Homes приветствует вас из солнечной, уже почти летней Алании. Я, Татьяна Пикерт, всем привет. Что же у нас сегодня на повестке дня? Комплекс на этапе строительства в центре района Алании. Нахожусь я сейчас на набережной как раз же центра Алании, и вы видите, что немножко у нас здесь все разрыто. Какие же ведутся у нас работы? То есть вы видите, что здесь люди обустраивают, в принципе, парковую зону, клумбы, все это скоро зацветет и запахнет, и уже кафе в некоторых районах новые построили, привезли кафе и бюфе, как я говорю, на каждом пляже, а также делают велосипедные дорожки, так что к вашему приезду будет уже все готово и ни пылиночки будет в центре Алании. Рассматриваем мы с вами сегодня комплекс на этапе строительства. Я знаю, что вы уже запутались с этими комплексами на этапе котлованы и строительства. Один друг на друга похож, я согласна. У какого-то больше инфраструктуры, у какого-то меньше инфраструктуры. Где-то один блок, где-то три блока, где-то до моря такое-то расстояние, где-то подальше. Вот я бы хотела сказать свое мнение, может, оно как-то вам поможет. Смотрите, для меня уникальность комплекса состоит из двух критериев, скажем так. Первое – это уникальной должна быть цена, и второе – уникальным должно быть местоположение. Вот именно по этим двум факторам я и помню комплексы, несмотря на то, что я работаю, в принципе, в агентстве недвижимости. Дорогие мои, сегодняшнее предложение уникально именно относительно местоположения. Центр города – 200 метров до моря, и все-все-все в пешей доступности. Я уже, когда буду на месте, я вам перечислю все магазины, школы, что есть рядышком. Я сама жила в соседнем доме, поэтому как бы, то есть я, как никто лучше, знаю все плюсы местоположения этого предложения. Итак, стартовая цена 95 тысяч евро, дорогие мои, два раза будет повышение цены, и все подробности на месте. Поехали! Итак, друзья, мы на месте, вот он наш уникальный котлован, и 200 метров на прямое расстояние до моря. Подробненько все сейчас расскажу про этот комплекс. Комплекс будет состоять из одного пятиэтажного блока, то есть можно сказать шестиэтажного, потому что у нас верхние этажи – это двухуровневые квартиры, дуплексы. Начало строительства будет в мае, вот уже буквально через месяц этого 2022 года, и комплекс будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2023 года сразу по плану оплаты. 50% вы оплачиваете при подписании контракта, дальше 30% стоимости вы делите на равные части, или уже можно это утвердить индивидуально, и проплачиваете до конца строительства, до времени, когда будет комплекс сдан в эксплуатацию, и остаток 20% вы платите, когда будет передача ТОПУ. Когда вы получаете документ на собственность, вы остаток суммы оплачиваете. И вот номер телефона на экране. Напишите, спешитесь с МБМ, и менеджеры уже будут с вами общаться относительно индивидуального плана оплаты. Планировки. 1 плюс 1 – 40-46 квадратов. На данный момент стоимость составляет 95 тысяч евро. Как я уже в начале ролика сказала, два раза будет еще повышение цены. Следующие квартиры одноуровневые, 2 плюс 1, площадь 73 квадрата, там буквально несколько штучек осталось. Стоимость от 159 тысяч евро, еще раз напоминаю, два раза будет повышение цены. Если хотите денежку сэкономить, нужно будет сейчас зафиксировать стоимость, которую я озвучиваю. И последняя планировка, дуплексы квартиры двухуровневые, 2 плюс 1 с двумя спальнями, площадь их составляет 90-96 квадратных метров, это, соответственно, верхние этажи, и стоимость сейчас стартует от 206 тысяч евро. Напоминаю, что ценник будет повышаться в два раза. Площадь общая земельная площадка составляет 1246 квадратных метров. И сразу же скажу вам об инфраструктуре, то есть о том, что будет здесь расположено. Вот, наверное, когда коллега мой оператор покажет с дрона площадь участка, вы увидите, что, в принципе, не такой огромный участок. Поэтому
все самое-самое только необходимое будет находиться в инфраструктуре комплекса. Это открытый плавательный бассейн, очень важно. Парковка у нас в центре Алании, с местами, в принципе, немножко тяжеловато. Улочки узенькие, и если на территории комплекса есть парковочное место, то это прям вот так отлично. Так, что у нас есть еще? Это, конечно же, сауна, детская площадка, конечно же, генератор. Дорогие мои, вот я сейчас так встала, чтобы вы видели за мной. Даже кусочек моря видно, 200 метров в расстоянии до моря. А еще застройщик вам презентует бонус. То есть вы знаете, что квартиры в Турции, здесь на Средиземноморье, у нас сдаются с чистовой отделкой, также корпусной мебели на кухне, может быть, это также корпусная мебель и в коридоре, или в зале, это уже в зависимости от застройщика, а также полностью оснащенные ванные комнаты. Данный застройщик предлагает новым хозяевам квартиры кондиционеры во всех комнатах и проточный водонагреватель. Так что, дорогие мои, почему бы и нет? И самое главное, осталось рассказать вам об уникальности местоположения данного комплекса, и будем уже с вами потом подводить итоги. Нахожусь я сейчас в одной из парковых зон. Здесь еще через дом есть еще одна парковая зона, больше и больше различных горок, песочник и так далее, где дети могут проводить прекрасный досуг, а также вот таких вот скамеечек в тени и на солнце, где родители ожидают, пока закончатся детские радости. Самая лучшая мясная лавка Итимат Эд и фруктово-овощная лавка, которая называется Дуан Манаф, находится буквально в 2-3 минутах ходьбы отсюда. Если мы выйдем сейчас на улицу Ататюрка, то есть на набережную, и пройдем также 5-7 минут, то магазин Мигрос к вашим услугам. Сетевой маркет Шок и Бим находится вот-вот туда, чуть повыше, буквально через 2 дома. Дальше. Начальная государственная школа Кемаль Шюбе находится на соседней улице. Это меньше, чем 3-4 минуты пешком, дорогие мои. Вот здесь за мной есть очень вкусное кафе. Очень вкусное кафе, где готовятся национальные турецкие блюда. Я не скажу, что оно дешевое, но это качество и гарантия. Дальше. Все кафе, все рестораны, которые очень-очень пользуются спросом у всех возрастов, находятся на пляжной зоне. То есть нам нужно отсюда выйти до улицы Ататюрка, перейти дорогу, и, пожалуйста, все кафе, все рестораны к вашим услугам. До порта, до порта вы можете также за 10-15 минут дойти от нашего комплекса. Я думаю, что я вас убедила относительно уникальности этого проекта, дорогие мои. Итак, смотрели мы с вами сегодня комплекс на этапе строительства. В мае этого года стартует и заканчивается через 1,5 года, в ноябре 2023 года. 1+1, 2+1 и дуплексы двухуровневые будут представлены в данном комплексе. 50% у нас первоначальный взнос при подписании контракта, и дальше уже можно договориться об индивидуальном плане. Ценник на данный момент стартует от 95 тысяч евро. Цена будет подниматься 2 раза. Обязательно нужно написать вот на этот номер телефона. Это Telegram, Viber, все программы, сигналы и так далее установлены. Списывайтесь, договаривайтесь и фиксируйте ценник, который я вам сейчас озвучиваю. Также можно будет переделать планировку. Конечно же, я не говорю о несущих стенах, но это уже детально, индивидуально будем с вами общаться. 95 тысяч евро, 200 метров до моря, самый-самый центр Алании, сердце Алании. И, дорогие друзья, последнее, что хочу сказать, скоро Асымбашту и некоторые коллеги наши будут в Узбекистане, поэтому по тому же номеру пишем, записываемся на индивидуальные встречи. Татьяна Пикер была с вами сегодня. До новых встреч и пока-пока.